Здравствуйте, меня зовут Медведев Евгений, компания Тезон, наш сайт redpower.su. Ну, собственно, можно и не говорить. Ну, чтобы видео не воровали, я облепил везде нашими рекламными баннерами. Ну, ладно, давайте к делу. Opel Astra, Zafira, Antara, Meriva, Corsa и другие прекрасные тачки, которые гоняют на российских дорогах, имеют три цвета автомагнитол. Вот, собственно, штатная голова Red Power 12019 бывает трех цветов. Первое — это черный лак, хромированные вставки под кнопками, надпись тудым-сюдым, экран 7 дюймов, уголок чуть присутствует. Дальше темно-серый, такой я знаю точно в Antara, если не ошибаюсь, это кроссовер большой подходит, и в ряд машин Opel Astra темно-серый цвет. Ну, собственно, дизайн кнопок и так далее, все одинаково. Да, вот эти дырочки — это подсъемники. Ну и светло-серый цвет, вы видите, грань, да, в градации цвета. В Opel Corsa в моем видеообзоре такая фигурировала. Все аппараты поддерживают бортовой компьютер. Хороший радиоприем. Собственно, и все, наверное, что я готов сейчас сказать по поводу данных устройств. Задача видео была, да, показать различные цвета. Это грей, это dark grey, это black номера. Все, спасибо, до свидания.